Всем привет, друзья, с вами Варчик. В этом видео я вам расскажу свое мнение про награды за линию фронта. Я составил такой вот свой топ, 4 места, 4 танка можно получить за линию фронта, ну и соответственно 4 места. 3 прем-танка 8 левела и 1 акционная девятка. Плюс еще бонусное 5 место, потому что еще можно будет получить у нас за очки доблести не только танки, но и голду с бонами. Этот топ я составлял чисто по своему мнению. Поиграл я на всех танках, которые выдаются в линии фронта. И я расскажу, почему я именно так расставил танки в этом топе. Первый танк, вы, наверное, уже догадались, на самое первое место я поставил льготную восьмерку ВЗ-111, тяжелый танк китайский, он льготный, у него более точный деструктор, чем у остальных льготных танков, на нем действительно можно поиграть в рандоме, и я это недавно делал, в принципе, танк мне нравится, конечно, 112 мне нравится чуточку больше, поскольку на нем проще играть, потому что у 112 побольше брони. Но 111 будет пошустрее, немножечко ближе к средним танкам, но все-таки это тяжелый танк, а не СТ. Играть на нем можно, танк и фармит, и льготный, за счет того, что он льготный, на нем несложно играть. На танке действительно можно поиграть в рандоме, чего нельзя сказать про остальные танки, которые будут в этом топе. ВЗ-111 мне нравится его скорость, его более-менее нормальная пушка, поскольку она не настолько кривая, как обычные деструкторы. Ну и в принципе на нем можно поиграть от башни, иногда отбивая снаряды. Плюс он льготный, премиумный, играть действительно не тяжело. Танк как бесплатная награда довольно-таки хорош. На второе место я уже поставлю, на удивление, вы можете очень сильно удивиться, это будет СТА-2. Обычный СТ, премиумный, 8 уровня, который попадает десяткам, у которого, в принципе, уже обычная пушка ничем не удивляет. Он нормально ездит, у него нормальная точность стабилизация, в принципе, он пробивает, и у него очень большое пробитие голдой. Кумулятив 275, очень хорошо пробивает. В принципе, на танке играть не сложно, если у вас есть скилл. А если у вас есть более имбовые средние танки, премиумные, да даже и не премиумные танки есть, получше, чем СТА-2. Хоть он и неплохой, но уже если у вас есть другие танки, лучше поиграть на них. И здесь вы уже, наверное, немножечко понимаете, куда я клоню про награды за линию фронта. Поскольку уже со второго места, иногда при некоторых обстоятельствах смысла брать эту награду нету. Если в вашем ангаре уже есть более имбовые СТшки премиумные, то уже начиная со второго места в моем топе, некоторым нет смысла ее брать. Хоть танк в принципе неплохой, играть на нем можно, но есть танки и получше. И аж на третьем месте находится наш великолепно раскрученно распиаренный невероятный Фейс 1. Почему же он находится так глубоко в моем топе? Поскольку уже начиная с третьего места я получаю награду за линию фронта, которой не буду пользоваться. И такое большое количество очков доблести я потратил зря. Но пока я их не потрачу, я не узнаю, зря или нет. На этом танке можно играть в картошку, можно участвовать в боях, но играть на нем нет желания у меня вообще. Поскольку этот танк силен только в одном, в позиционной игре от башни из-за рельефа. Больше этот танк не может ничего. У него ужасно долгое сведение,
Стабилизация хорошая, но недостаточно, неизвестно по какой причине. Прицел довольно-таки маленький, вроде бы танк должен попадать, но он не попадает. По статистике, процент попадания этого танка у меня очень низкий, даже ниже, чем на танках, у которых точность плохая и стабилизации нет. Танк тупо не попадает. Наиграв большее количество боев, я понял, что этот танк по пушке действительно кривой. И те люди, которые писали в комментариях под прошлым видео про Face 1, были правы, что пушка действительно кривая. Хотя я до последнего верил, что она такой не может быть. И все из-за этого нереально долгого сведения. По циферкам, казалось бы, сводится 2.2 с полным оборудованием. Но на деле он сводится катастрофически долго. Стрелять неприятно. В ближнем бою от башни, тем более на голде, он очень сильный, он убивает многие танки, десятки, он нереально сильный в позиционке, если просто стоит от башни. У него очень крепкая башня, получше, чем у всяких коней девятых. Люди думают некоторые, что у коня башня лучше, чем у Фейса. Наоборот, у коня более дырявая башня, ее пробить легче, и брони там меньше. Но все равно, иногда голдой пробивается и в башню, и в маску Фейс пробивается иногда, и в лючок тоже можно его пробивать. Хоть они и небольшие, что маска, что лючок. Танкует он от башни, будь здоров. Очень медленно едет назад. Очень долгое сведение. Играть на нем противно, честно говоря. Мне танк не нравится. Я играть на нем не буду. Это лично мое мнение. И мое мнение по этому танку формировалось постепенно, чем больше я наигрывал на нем бои. На маленьких картах, где можно играть от башни, действительно получается что-то поиграть. Как только нужно куда-то ехать или активно играть, этот танк превращается просто в помойку. Поэтому этот танк, если бы я знал, я бы даже не брал. Поскольку это награда, которой я не буду пользоваться. Значит, и смысла в ней никакого не было. Если вам нравится и вы очень хорошо играете позиционочки от башенок, может быть, этот танк вам зайдет. Если нет, то нет. Мне этот танк вообще не понравился, и играть я на нем не буду. Ну и на последнем месте, танк, на котором я вообще не вижу смысла, зачем играть, если Face 1 хотя бы в чем-то очень хорош, и на нем еще время от времени иногда что-то можно изобразить, то вот Эмиль за линию фронта — это вообще неимоверно ненужный танк. Настолько бесполезного прем-танка, как он, еще нужно придумать. У него, во-первых, очень мало брони. У него даже башня не особо бронированная, которая танкует иногда обычные снаряды 8 левела. Даже не голду. А голдой почти всегда пробивается восьмерками куда попало. Не говоря уже про то, что в него еще могут стрелять девятки и десятки. Вы на нем танканете, только если у врага максимально минимальное пробитие вылетит. Это просто должно повести, чтобы вы на нем танканули. А это тяжелый танк, который хоть и обладает неплохой динамикой, как для тяжа, но все равно это тяжелый танк, и рано или поздно в вас враги будут стрелять. Не получится все время на той скорости, которая у него есть, избегать стрельбы врагов. Плюс еще вам самим же нужно стрелять в этой игре. Точность 0.4, сведение 3 секунды, стабилизации нет вообще. Что это такое? Это танк, на пушку которого наступила Годзилла? Или что? Или просто пушку на узелок завязали? Такое ощущение, что у танка пушки нет вообще. Пробитие 217. И голдой пробитие тоже немножечко ниже среднего. Если бы у него пробитие хотя бы было большое, прям заметно большое, еще что-то можно было бы сказать. Честно говоря, Эмиль — это танк, на котором я точно вообще никогда в жизни играть даже не хочу и не захочу и не буду. Такой мусорины в моем ангаре давно не было. Из этого делаем выводы, что 3 танка из 4, на мой взгляд, вообще не было смысла брать. Во-первых, Эмиль — вообще неиграбельная помойка, которая нравится только тем, кто не играл на хороших танках. Face 1. Узконаправленный танк, который может только в один геймплей. Для меня этого мало, он очень дорогой в
плане того, что тебе нужно потратить много времени, чтобы пройти весь этот ад в линии фронта, чтобы получить танк, который того не стоит. То есть уже два танка под вопросом вообще нафига они нужны, непонятно. СТА-2 это обычный нормальный танк. Неплохой, не хороший, его можно взять, если у вас нету более хороших средних танков премиумных на 8 уровне. То есть этот танк тоже под вопросом, зачем его брать. И у многих не будет желания его брать или не будет даже смысла, поскольку у них могут быть более хорошие танки, чем этот. И только ВЗ-111 имеет смысл, чтобы взять. Если вы захотите отдохнуть в не очень сложный геймплей на льготном танке 8 уровня, который подарит вам адекватную игру за адекватную цену. А все остальные очки можно потратить на получение голды и бонов. Таким образом можно взять ВЗ-111, а все лишние очки потратить на ресурсы, которые вам помогут. По факту только один танк имеет смысл, чтобы брать за линию фронта. И то, если у вас есть 112, то можно даже и его не брать. Поскольку 112 еще легче играется, чем 111, потому что у него нереально много брони, как для льготного танка. И 112 можно взять бесплатно за рефералку. Очень легко, просто найдите человека, который качает новый аккаунт или собирается. Пригласите его в игру по своей ссылке, и вы бесплатно получите 112-го. Все, вам даже делать ничего не надо будет. В итоге линия фронта это просто неимоверно конченное событие в плане наград. Единственное, что дала линия фронта хорошего, это тонну серебра. Но насколько же было противно играть в однообразные бои в таком большом количестве, чтобы получить это серебро и получить эти бесполезные награды. С вами был Варчик, играйте красиво, пишите свое мнение в комментариях, всем пока. Всех, кто взял из-за меня ФС1 и пожалел, прошу вас прощения, что так получилось. В очередной раз говорю, если нужно сложить какое-то мнение по танку, нужно как можно больше на нем отыграть боев. Сори.